Бумага, виждате. Все, бумага, виждате. Статус там язык зеленый в лопасти. Должна встречу. А по принципу? А принципиально? Ну, это извините такое. Что удивительного. Корабельный мог. По сути. Кто такой иезуит? Это человек, который стал корабельным богом, с их точки зрения. Да, то есть он может командовать кораблем. Потом греки, главный символ у них, на нем ноты лежит. И вот все. Богатство, сокровище. Тут тоже стало. Правда. Вторая правда, которую пить. Это пить, это знать, это иметь. Здоровье, золото. А на всем сердце корабельный бог стоит. Он вон наверху, видишь? Корона, корабельный бог. Спас, кстати. Который умеет, ну, по сути, много нечего быть. Это один из братьев. Сочетка спаса. Раз ангел, второй, третий ангел, отношение к правде. Выше всего правды, знаешь, вот вверху Господа Спаса, вот там, вот отношение к правде. Все решает твое имя. Четвертый ангел даже. Слышь? Такая очень интересная картина, яркая. А что значит отношение к правде? Ну, ты же можешь знать, но относиться к этому. Ну, понимать по-своему, например, да? Конечно. Абсолютно верно. И не специально за мной будет. И не специально, да. А я вот не желаю. Знаешь, это правда? А я вот... Это отношение к тому, что ты спас, но... Это отношение к правде.